Вот представьте себе, 22 февраля в Алма-Ате выходит несколько десятков тысяч. Ну, я гипотетически говорю 100 тысяч. На то, чтобы 100 тысяч вышло, я отчетливо понимаю, что нам нужно еще немало работать. В Алма-Ате 100 тысяч, в Астане 50 тысяч. В регионах по 5, 6, 10 тысяч. Все, этого режима нет. Поэтому, когда кто-то говорит, что мы устали, сколько ждать, ответ очень простой, и он на поверхности. Нам нужно всем работать. Проводить агитационную работу, наращивать нашу численность. Нету никаких других путей. Единственный способ – вывести десятки тысяч людей. Это единственный способ. Если кто-то говорит, что от митингов пользы нет, они ожидали, что завтра все изменится, а это возможно только тогда, когда десятки тысяч людей выйдут на улицы. Поэтому, уважаемые друзья, я еще раз обращаюсь к вам. Создавайте ячейки. Ячейки минимум 3 человека. Выходите на штаб. Если мы организуем большое количество людей, все изменится очень быстро. Вам не нужно будет мучиться, жаловаться на жизнь, потому что это будет совершенно другая страна. 22 февраля будет масштабный митинг по всей стране. У нас время есть, мы должны провести большую организационную работу, чтобы этот митинг действительно прошел серьезно.